Установлено соединение со спутником. Привет, ребят, ну что, готовы с нами отправиться вот по такому маршруту от севера северо-западного побережья Крыма к самому штормящему зимнему морю? Если готовы, поехали. Север Крыма, посмотрите, замело все снегом, температура 0 градусов. Едем сейчас на запад Крыма, заедем, посмотрим на море, покажем вам море зимой. Посмотрите, зеленая травка просвечивается сквозь снег, и такой контраст бело-зеленый, прям салатовый. Сейчас проезжаем поселок Новокрымское. Вот. Ребят, тестируем новый видеорегистратор Стрелка. Взял на Play Market. Памятник Великой Отечественной войне. Внимание, камера в спину. Ограничение 60. Ребята остановились попить водички. Вернее, Ленечка попросил. Говорит, папа, остановись. Хочу пить. Смотрите, какая красота. Мы едем сейчас в ту сторону. Ну, пейзажи, в принципе, везде вот такие вот. Не меняются. И снежок идет. Посыпаю дорогу какой-то терсой. И когда машина едет навстречу, камушки летят прям в лобовое стекло. И прям не очень так хорошо, я думаю, для машины. Ух ты, посмотрите. Это как Лебяжьи острова. Подъехали мы сейчас в поселок Серегуща. Собственно, здесь уже начинается курортная зона, что ли. Вот магазин, центральный магазин, находится на трассе. И от Серегущего вы уже можете отправиться, там Бакальская коса. И вдоль дороги вот здесь вот идут пансионаты. Собственно, море в той стороне и в той. А вот если ехать прямо-прямо, попадаем мы в Бакальскую косу. Ну и свернем сейчас налево, едем в сторону Черноморского. Подтаяло, лужи. Ну вот туда вот прямо ехать, там Бакальская коса. Кому интересно, можете посмотреть по карте. Ну и сейчас мы будем ехать уже вдоль моря. Вот окончание населенного пункта Стерегущая. Едем вдоль моря, море там, справа, вдоль трассы растут сосны. Легкое бездорожье. Здесь уже не такой снег. Да, снега, ребят, сейчас мы подъедем, покажем вам одно классное место. Сейчас сами все увидите. Главное проехать. Тут грязь. Друзья, сейчас вам покажем самые дикие места Тарханкутского побережья. Кое-как проехали, покажем вам это штормящее море, необъятное, красивое. Друзья, смотрите, это просто неописуемая красота, это круто. Это все увидеть, класс. Смотрите, сейчас здесь поставим машину, потому что сами видите, как здесь все намешано. Намесили грязь. Ох, какой шторм, класс. Красивое море, прям необъятное, супер!
Единственное, очень сильный ветер, прям очень сильный ветер, холодный, мерзнут руки. Но эту красоту я все равно покажу. Здесь офигенно. Это дикие места, о которых мало кто знает. Очень красиво. Конечно, здесь делать нечего, особенно когда шторм достигает 6-8 баллов. Может накрыть волной. Посмотрите, видите, мокрые. Обрыв такой мокрый. И чтобы вы понимали, насколько сильно поднимаются волны. Ну, конечно, февраль месяц. Самый пик зимы. Какие-то дыры. Наверное, змеи здесь есть. Что это за дыры, друзья? Кто знает, говорите, пишите в комментарии. Смотрим, повыкидывала всякие такие баночки из-под шампуня, бутылки. Тины немерено. Посмотрите, сколько ее здесь. Снежочек начал идти. Какая-то пещерка. Если получится пройти по этому коврику. Возможно, здесь сильный, конечно, шторм был. Потому что такое количество тины выбросить только может сильный шторм, очень сильный, баллов 8, наверное. Класс, смотрите, как идет скала. Здесь очень много тарапанов. Если там дальше, можно по побережью пособирать ракушки тарапанов. Брызги с моря, брызги какого-то песка, я не знаю, мусорный дым. Летит прямо в объектив. Фух, ладно, все, замерз, пойду в машину уже. Поедем дальше в Черноморск. Мне проехали межводное, вот тут залив. И обратите внимание, вообще нету снега. Было минус 3, сейчас вот минус 1. Буквально вот вчера в Черноморске снег был. Ну так, частями на крыше лежал. А вот сегодня, как видите, снежка нету. Дорога чистенькая, хотя вот в северном Крыму все наоборот, лежит снег, слякоть, где-то метель. Ну вот вам такой контраст. Возможно, сюда еще снег не дошел. Вернее, снежные тучи сюда еще не долетели. Что? Как ветерочек подует, так и в Черноморске будут встречать снежок. А пока что санки ржавеют. Ну и вот вам такой вот пейзаж.